Так, воскресенье наступило. Ой, понедельник сегодня уже. У нас выходной. Сказочное по красоте место. Такие тут поля, луга. Какие-то голоса уже в стороне. Вот этот бродик. Скоро будем пытаться доехать обратно. Но сначала, для начала, надо будет завести ЛуАЗ. Вчера он так ночью еще мы попробовали раз, так он и не завелся. Да, время 7:30 утра. Так, прошло пару часов. Солнце встало уже полностью. Сейчас будем пытаться завести ЛуАЗ. На крайнем случае с буксира, я себе думаю, что могло произойти. Может, все-таки, конечно, какой-то микрогидроудар таки был. Может, из-за этого и не заводится. Компрессометра, к сожалению, нет с собой. Недостаток спускания шин. Попадает грязь между дисками. Я думаю, все знают, кто занимается оффроудом. Из 4 колес одно у нас накачанное осталось. Практически спущенная. Тоже сейчас подкачаем. Вот этот брод вчерашний. Да, место неплохое. Со всех сторон болото. Настоящее джиперское. Глушитель мой за ночь не пропал, в ЛуАЗе по-прежнему. Так, ребята нам удлинители оставили. Все, что были. Что-то не сообразил шакал попросить, но в принципе не страшно. Я думаю, будет весело сейчас возвращение наше. Примерно сколько раз я застрял, пока мы сюда ехали, наверное, с десяток, может, меньше. Ну, не с десяток, но раз 5 железных таких хороших было. Вот сразу видео загружается у нас тут. Сможете практически посмотреть с места событий. Сейчас мы туда поедем, откуда видео грузится. Раньше руки после вчерашнего ныряния немножко мокры. С моей стороны. С той стороны слили немножко воду. С моей стороны намного более мокро. Оффроуд был классный, конечно. Так, ну пробуем ЛуАЗ завести. Пробовали. Пока безрезультатно. Сейчас свечи подогреем. Плоскогубцы взять. Есть у тебя, нет? Этот раз был молоток и плоскогубцы. И зубила еще надо. Без зубила нет. Зубила надо, блин. Без зубила не жизнь. Молоток и плоскогубцы. Нормально. А, сейчас выложил ты, да, их? Да, поэтому без них и проблемы. Так, ребята, все. Все хорошо, ЛуАЗ работает. Гранд Чероки, да, сейчас заглушим. Спасибо, что напомнили. Тут в онлайне идет у нас трансляция сразу. Не газуй, попробуй, чтобы на холостых пусть чуть-чуть. Не работает. Не работает. Но сейчас он нагреется, ему будет легче. Сейчас чуть прогреется. Гранд Чероки пока не глушим, потому что аккумулятор что-то там тяжело работает. Завели вот выхлопной, вода вылетала. Продолжает
А? Да нет, работает. Просто по электрике пропуски есть. Цилиндры ровно работают все, его не колбасит. То есть был бы гидроудар, он бы так не работал. Сейчас чуть нагреется, прогреется, я думаю, должно полегчать ему. А ну, на газоне еще. А ты крутил трамблер? Думаю, будет все хорошо сейчас. Сможем поехать в обратный путь, как и планировали. А дым бросалось синенький, нет? Ну, пусть прогреется. Ну, заводи пусть. Надо, чтобы нагрелось до рабочей температуры и полегчает тогда. А ты трамблер регулируешь, регулировка. А, крышку снял. Тут трамблер прямо в салоне, конструкция серьезная. Всем, кто смотрит, спасибо. 57-59 человек уже нас смотрит. Ну, радует то, что машина завелась. Это уже большой плюс. И цилиндры все работают, потому что слышно чистая работа. Ничего не стучит. Соответственно, шатуны не такие, как в Dodge. Подержи, да, чтобы потихоньку нагрелась она. Так, машину завели, чуть-чуть прогрели. Работает с закрытым шноркелем только, когда... А ну, пошевели пальцами, показать. Музыкальный шноркель. Ну, запаха газа нет. Вот сейчас вроде уже устойчивее. Ну, хотя есть пропуски все равно. Ну, запах газа есть немножко. Ну, есть немножко запах газа. А свеча какая-то не работает. Свеча какая-то не работает. Ну, подожди, чего она тогда работает, когда закрыт шноркель? Вообще как-то странно, честно говоря. Что там с температурой? Нагрелась до рабочей, нет? Сейчас заработает. Смесь неправильная, трамблер еще выставлен неправильно. Так а ты его крутил или ты только крышку снимал? Нет, я снимал, потому что крышка, наверное, входит. Нет, там же регулируется не крышкой. Нет, крышкой можно. Да? Ну, возможно, тогда скорее с крышкой вопрос. Надо попробовать посмотреть, поменять что-то. Так, продолжаем мы тут сушить фильтр под капотом. Ну, относительно сухой, да. Давай. Вентилятор включился, то есть мы нагрели, погазовали. Ну, заводится. Дверку, да, чтобы не побить надо. Блин, бампер ты мне согнул, мне кажется. Сушка фильтра. Ну, будем пытаться что-то сделать. Холостых нету, с закрытым шноркелем только работает. Пока ничего не изменилось. Происходит, ты тут закрываешь,
А где тебе две дырки, ты говорил? Да, искупали немножко. Что там, кстати, с маслом? Чистое, да? Чуть-чуть эмульсия появилась. Есть немного, да? Угу. Ну да, в цилиндрах же была вода. Угу. Что, звонить, чтобы масло везли? Доедем, наверное. На этом? Хрен его знает. Не, ну доехать-то доедет, но не очень, конечно, хорошо. Давай сначала, чтобы стабильно работать начал, сделаем. Так, все собираем. Защёлок, мама, не горюй, не пожалели, да? Не как в «Жигулях 3». Пробуем. Починил, мастер! Нет, так оно ж получается не закручено было, совсало со всех сторон получается, или нет? Блин, починил машинку, ура! Что, подсос убрал? Не, давай пусть нагреется чуть-чуть. Не, ну хоть уже работает, можно двигаться. Да. Красота. Ну правильно, оно все откручено ж было. Все равно рукой, а ну покажи. Рукой закрываешь, обороты добавляются. Парадокс. У всех убавляются обороты, у тебя добавляются. Ну это ЛуАЗ. Вот как в Хрущевке написали. Как подъезд в Хрущевке. Капот изнутри выглядит. Сейчас подсос включен, да, чуть-чуть? Трамблер. Можно собираться, будем сейчас пробовать ехать. На передаче. А вода попала, наверное, в тормозную тоже. Так, ну ехать получается пока только. Закрывая шноркель рукой. Не? Надо прикрыть чем-то, я не знаю, или газа мало, или чтобы сосало, если не сомневаюсь.
Ну, что-то, что-то где-то, кто-то неисправно где-то в газовой системе или в системе подачи воздуха, да, два варианта. Так, ну тут нанотехнологии пошли в ход. Думаешь, поможет? Ну давай. Новые технологии, шноркель закрываешь полиэтиленом. О, что, сос удалять? Андрюха, удаляй, удалять, удалять вызов или нет? Может, тебя не выкинет. Ну, короче, под видом, что вроде надо тянуть тебя, мне стыдно писать, правильно? Под видом, что вроде надо тянуть тебя, вытянут меня, блин, короче. Ты ж только заглуши, но правда на эмульсии все равно лучше не сильно особо ехать. А? Да на эмульсии не очень хорошо ехать на самом деле. Повышенный износ. Ну, доедет, конечно. Но нежелательно. Да, работает вот только так. Что, ты поедешь? Давай. Первые шаги с сегодняшним оффроудным днем. Да ты что, он валит вообще нереально. Ну вброд не едь пока. Давай дождемся помощи. Бородачу не удалось сломить эту машину. Вот так бородач. Назло всем она едет. Так, ну все. Поехали потихоньку. Пока никто нам навстречу не едет, будем пробовать самостоятельно. Блин, я без глушителя. УАЗ завелся. Начинаем второй день оффроуда. Плавно начинаем двигаться к трехлучевому броду. От гольф-брода. Класс. Тюнинг продолжается. Может, потрясет, заработает. Так, приближаемся к первому засадному месту. У вас кое-как едет, со сцеплением еще проблема. Тут я сам не проехал в этом месте. Сейчас будем трогать, смотреть. Вот это место. Сейчас пойдем ногами пощупаем, потому что, хотя там какие-то деревья есть, можем подлебедиться на крайняк. Сейчас ЛуАЗ первый запускаем, наверное. Я сидел справа, да, вот здесь. Ну, там деревья вон вроде есть, то есть тут... давай, наверное, ты первый пробуй. Нет, ты пробуй, да, вот так, пробуй по-твердому, чтобы начать хотя бы. А там уже дальше выпрыгнешь. Да, да, вот по вот этим двум. По этим двум пробуй. Не спеши, ну так, в натяжку, но в темпе. Так, ну, вроде как эта траектория оптимальная. Сейчас и я попробую. Блин, вода под ногами холодная. Сейчас я по этой же траектории. Попробую по траектории, как ЛуАЗ. Как-то он так хорошо проехал. Сейчас окошечки закроем.
вчера болото набросали. Не, бросило меня. Выхлоп прямо подо мной с такую вибрацию создает. Трос. Так, ну первое препятствие преодолели. Там еще их много, это самое простое было. Так, с луазом. Опять проблема. Зайдешь ты так, да? Не заводится опять. Что-то аккумулятор, похоже, умер. Завели, прикурили. Первое препятствие, я уже говорил, проехали. Сейчас поедем. Второе проходное было, по крайней мере, в эту сторону. Мы уже приехали к следующему броду. Что, мы уже приехали к следующему, да? Тут, да, мы по левой стороне шли. Стой, стой, стой. Назад дай потихоньку. Вода выше, что ли? Хорош, не копай. Где-то ты не попал. Не попал в колею. Сейчас я подтяну, попробуешь левее. Да, огромный плюс Луаза, я уже несколько раз говорил. Это его небольшой вес. То есть вроде подсел так плотно. Я даже не заводя машины, без проблем на его вынимаю. Помоги колесами! Колесами помоги! Не хочет колесами помогать или не слышит. Помоги колесами! С колесом случилось. Сейчас вытащим, узнаем. Что-то случилось. Сейчас дотянем, увидим. Сейчас я подтяну назад. Что там? Редуктор открутился? Закручивай. На полуось, наверное, выпадет. С передним колесом или с задним проблемы? С задним. Ого!
Да, хреново дело. Хреново дело, колесо стало неровно.